Я Чуркин Илья Сергеевич, мастер цеха обвалки Курского мясоперерабатывающего завода. Попал в группу компаний, я сразу после службы в армии подал анкету на трудоустройство на предприятие Курский мясоперерабатывающий завод. Устроился на должность ученика-обвальщика. Я даже никогда не думал, что свяжу жизнь свою с такого рода деятельностью. Но я пришел, ничего не испугался, взял ножи, взял кольчугу. Мастер по обучению поставил меня за стол, дал мясо и начал обучение. Спустя 2 месяца я успешно сдал экзамен. Через 2 с небольшим года поступило предложение повышения моей должности до мастера цеха балки. Моя обязанность сейчас входит, в первую очередь, это обеспечение бесперебойной работы цеха, контроль за качеством выпускаемой продукции, расстановка сотрудников на рабочих местах, организационные моменты многие решаем. В моем подчинении на данный момент находится до 130 человек. Нас 2 мастеров на участок четвертования и на участок обвалки. На данный момент я чувствую себя комфортно на своей должности. Хочется в дальнейшем повышать свой профессиональный уровень и добиваться дальнейших успехов в работе. Я считаю, что сельское хозяйство популярно в нашем регионе, потому что есть большой потенциал к росту именно в таких компаниях, в сельскохозяйственных, особенно у молодых людей. У нас в цеху работает 80% молодых перспективных людей. Когда я увидел своими глазами все этапы производства, увидел, из какого сырья эта продукция производится, мне стало приятно то, что я вношу свой вклад в производство такого уровня продукта.